И что ж, мои отважные ребятишки, в общем-то, кто не сыт пойти на девятую Саламандру 16, в общем-то, все за мной. А, вот так вот мы, наверное, сейчас пойдем. А, взял просто разных Тропеогоптер, Тапиелозавр и Зухариптер. А, ну, задача наша какая будет? А, пробить хотя бы одну Саламандру. Ну, мы одну-то пробьем, но две это будут... цель максимум. Ну и потом пойдем второй раз. Беда в том, что он нас легко может пробить, конечно. И мы его можем, и он нас. Это, конечно, беда. Но он, короче, так старается первых два хода так точно не атаковать особо. Да-да-да, смотрите, что мы сделали. Но с другой стороны, мне-то нужно очень много баллов, чтобы проатаковать. Да, пробили, представляете себе? Да. Неожиданно получилось. У него 4, атака на 3 всего лишь. Так, он даже балл этот гаденыш не поставил. Он сейчас пробьет сразу. Да. Еще и приберег один балл. Тапиелозавру не фартануло. Так, ну что, Зухариптер. Раз, два. Эх, не хватает 300 баллов. 3-4. И раз, два, 3-4. То есть мы, в общем-то, на следующий ход выживем. Но, конечно, вряд ли сможем пробить еще одного. А нет, пробиваем. Представляете себе, пробиваем, двоих пробиваем, ребят. Ну, забавно. Смотрите, какие гигантские птерозавры у нас тут. А, амфибии против них были довольно маленькими, короче. Ну, что, пробиваем. Это прикольно получилось. План максимум я выполнил свой. Так, уровень босса 12. Так, а сила у него сейчас растет или нет? 53 на 17. Посмотрим. Идем дальше. У нас по плану птерозавры. Ну, вот так пойдем. Несмотря на то, что Метриофадон сильнее, мы хотим посмотреть просто на всех летунчиков, как они будут смотреться. 53 на 17. Посмотрим, растет ли уровень. Так, ну, изначально он не атакует, да? Птеродактиль, смотрите, как там мелким смотрится, да? Как вы считаете? Вот гаденыш. 2 балла в защиту поставил. Ой, вообще крохотный, как подлетел к морде, вообще крохотный оказался. Ладно, ну, увидели атаку птеродактиля, теперь перенесем баллы. Смотрим. Раз-два, раз-два. Кстати, шанс на победу есть. Да. Неужто ли мы здесь троих сможем пробить? Так, 53 на 17. Смотрим, сколько... Ну, 53 это первые две цифры жизни, а 17 первые 2000 атаки. В общем-то, сила удара уже не растет, да? А жизни 54 чуток подросла. Не знаю просто, сколько у него там оставалось.
Зря, да, зря потратил, получается. Ничего себе, если я тут дэмэджа нанесу. 14 уровень. Да, там буквально по пару сот растет жизнь, а сила удара уже не растет. Я за один удар его пробиваю, ребята. Ничего себе. 3. Вот это поворот, да? Ху-ху. За один удар, ребята. Ну уже сейчас не пробью, да? Нет, еще пробиваю за один удар. Блин, 6. Черт, а я мог-то выжить. Я просто не посчитал баллы последние, сколько было. Прикольно было. Можно было спокойно пробивать троих здесь. Я просто даже не рассчитывал на это и как бы особо не считал. Ну-ка, давайте, может, еще разок сходим. У нас остался еще один птерозавр. Мне прям так аж захотелось. Ну давайте посмотрим. На что он способен? У нас снова птеродактиль первым идет. Немножко откусим. Пятерочка. Ну чё, давай. Атака на 4, отлично. То есть мы, думаю, двоих еще пробьем сейчас метриофодонами. У него всего лишь один балл, атака на 3. Даже в защиту один можем поставить. Но, правда, мы не переживем даже одного удара. И он сейчас нам должен ответить хотя бы на 4. Так, давайте попробуем посчитать. Так, у него 5 баллов. Ай-яй-яй. 5 баллов. Атаковал всего лишь на 3. И мы тут за один удар не пробиваем. Ай-яй-яй. Жалко, жалко. Но одного пробили. В принципе, есть небольшой шанс пробить еще одного. 17 уровень босса. 7000. Ну да, очень потихонечку он растет. И да, ребята. Да, да, да. Я его пробиваю, смотрите, легко. Я даже 2 балла в защиту поставлю, но они меня, увы, не спасут. Потому что 2 удара я не выдержу. То есть... с небольшим бонусом. Чуть-чуть мне не хватает, чтобы пережить там 2 удара. Какие-то там 500 очков жизни. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас. У меня 3, ну, в общем-то, 4, грубо говоря. А сколько он мне за 2 пробьет? 4300. Ну вот, 400 очков. Ну, 300 с чем-то очков мне не хватило, чтобы пережить его удар. Ну чё, неплохо так посражались. Ну, а на этом тогда, ребятки, все, да? Забрали мы свою уже награду. И его вроде как все задуманное с Саламандрой выполнили. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.